Поскольку это детская библиотека, акция «Библионочь» здесь традиционно проводится по вечерам и начинается танцевальным мастер-классом. По хип-хопу, джаз-фанку, хаосу и другим уличным танцевальным направлениям. Ребята все в восторге! Специальный гость праздника – автор множества известных детских песен Анна Бочковская. На творческой встрече она рассказывает юным поэтам, как создаются ее произведения. Все это несет свои плоды, очень хорошие, добрые плоды. Дети наши великолепно относятся и к слову. Главное их этому научить. Я сегодня пришла, потому что я люблю читать книги и потому что мы сегодня сочиняли стихи. В этом году тема акции получила название «Магия книги». На празднике организованы творческие и познавательные площадки. Например, эта посвящена хранителю книжных традиций Кату Муруйке. Но для начала его портрет нужно собрать. Здесь рассказывают факты, мифы и отгадывают загадки о всевозможных книжных котах. Кстати, праздник подготовили не только для детей, для взрослых устроили квест. Цель наша, чтобы люди пришли, дети пришли, взрослые с ними сидят. Пришли домой, почитали книгу, взяли книгу. И, в принципе, даже если человек хочет читать в электронном варианте. Нижегородская детская областная библиотека проводит этот литературный праздник, как и по всей стране, уже в 7-й раз. И с каждым годом количество юных любителей чтения увеличивается. Анастасия Кочнева, Сергей Пермовский, объективно, ННТВ.